Бишкекчане вышли на общегородской субботник. В нем приняли участие президент, спикер парламента, премьер-министр. Во время субботника Алмазбек Атамбаев ответил на вопросы журналистов. В стране идут весенние полевые работы. Кочевники в рисунках детей. В республике стартовал конкурс детских рисунков. Об этом смотрите в материале нашего корреспондента. В эфире программа «Итоги недели», в студии Жулдыз Жумабекова. Здравствуйте. Сегодня в столице состоялся субботник. Горожане, студенты, работники муниципальных органов вышли на уборку территорий. На субботник вышел и президент страны Алмазбек Атамбаев. Глава государства вместе со спикером парламента и премьер-министром посадили саженцы. Во время субботника журналисты воспользовались, как говорится, моментом и задали интересующие их вопросы президенту. Глава государства ответил на все. Канат Канеметов подробно. Разговор президента с журналистами завязался спонтанно и даже неожиданно. Давать интервью прессе в планах Алмазбека Атамбаева не было. Получасовая беседа в формате вопрос-ответ охватила многие волнующие общество явления и проблемы. От последних кадровых назначений до планов главы государства после сдачи президентских полномочий. Интервью после субботника, так что вполне закономерен вопрос о чистоте в городе. Столица, скажем, не блистает образцовым порядком, ухоженными газонами, уютными парками и дворами. Как говорил профессор Преображенский, разруха прежде всего в головах. Похожие мысли на встрече с журналистами высказал и Алмазбек Атамбаев. Если адам өзінің үйін ойласа, өзі жашаған үйін, ухтаган бөлмөсүн, тамак ичкен бөлмөсүн анда таза болот да. Шаарда эле ошондой да. Түкүрүнүп, какырынып, балкондон беш бармактын сөөктөрүн ыргытып атсак кант таза болсун чындыгындачы. Мына карап көрүлө кээ бир мамлекеттерде мэр ким болобу, президент ким болобу дайыма таптаза да шаарлар. Анткени эл ошондой. А таарын басын мекендештерин, бирок кичине Кудайдан коркуп, иманды эстеп тазарак жүрсөк албетте шаар болот да. Биякта эми жашагандар шаарды кирдетпесе асмандан түшүп бирөө кирдетип атабы. Ошондуктан менимче өзүбүздөн башташыбыз керек да. Мен дайыма айтам, кыргыздар күнөөлүнү иштегенде күчкүнү карайлык деп. Шаар эмнеге керек? Күчкүнү карайлык, көрөбүз да эмнеге шаар мындай. Же жол менен баратканда карагыла тегерегин. Башка мамлекетте барасаң жолдун тегерегинде таптаза да. Бизде барасаң жолдун бою бүт эле пакет менен бөтөлкө. Ошондуктан менимче биз өзүбүз мындай күчкүнү карап Кудайдан корксок ошондо шаар да таза болот, мамлекет да таза болот да. Ар бир кооз жер жок ачык айтам. Ар бир жерге барса ар бир жердин өзүнчө кооздугу бар. Чүйдүк өзүнчө, Нарындык өзүнчө, Баткендики, Оштук өзүнчө, Жала Абад, Талас болобу. Бизде кооз эмес жер жок ачык айтам. Биздей татынакай мына жерибиз бар. Ошондуктан жанагы билесиңер, мен дайыма айтам, ушу Алла Таала бизге бейишти берген да, өзү үчүн кармап турган дачасын берген да. Ошону биз өзүбүз кичине сүйсөк, сактасак, аясак да. Ай туристтердин баары келем деп атканы бизге тынчшылык келди да. Тынчшылык келди, билесиңер. Мүмкүн биз карабайбыз, бирок бүт дүйнө жанагы Гэллоптун статистикасын карат. Гэллоп институтунун эң эски социологический институт, ошонун изилдемеси боюнча СНГнин 11 мамлекеттин эң стабилдүүлүгү Кыргызстан деген бир чечимге натыйжага чыгышкан ошо Гэллоп институт. Ошондуктан келем деген дагы мындан жыл сайын Кудай буйрса көбөйөт, өзүбүз да кичине Кудай деп ушу Кудай берген ынтымактан тынчтыкты сактап турсак да. Журналистам стало интересно, находит ли глава государства время для занятия физическим трудом. Я был бы рад, конечно, потому что вот сейчас одно издание написало, что вот это президент назначил там бывшего водителя, бывшего зоотехника, там бывшего журналиста на разные должности. Я вообще бывший поливщик, если так подходить. Моя первая работа в школе, я подрабатывал после 8 класса, помогал родителям поливщиком. Потом работал дворником, кочегаром. Где только я не работал, но больше всего мне работала, нравилась до сих пор работа поливщика. Потому что подходишь, когда земля такая желтая, трава уже. И когда ты туда подгонишь воду, она прям шумом туда заходит. Земля прям будто пьет ее. И
когда приходишь на другой день, вот это место уже зеленое. Это такой кайф, когда ты на другой день видишь результаты своей работы. Конечно, хотелось бы такую работу, но сейчас у меня такая работа, которая отбирает намного больше сил, чем любая физическая, и здоровье. И, к сожалению, она плоды тоже не всегда сразу дает. Но многое меня радует, уже многое. Я, слава Богу, уже при своем президентстве, уже в этом году вижу. Многое увижу, я надеюсь, в следующем году, особенно в энергосекторе. И, конечно же, когда я уже уйду с этого поста в следующем году, уже в 18-м весной я уже, надеюсь, буду где-то копаться, что-то сажать, поливать. Ну а пока надо решать государственные дела. В экономике сейчас наблюдается определенный спад. Связано это с работой Кумтора, от которой очень зависит экономика страны. Впрочем, недоработал и Кыргызско-Российский фонд развития, считает Алмазбек Атамбаев. Помощь России надо было использовать по максимуму, раздать кредиты малому и среднему бизнесу. Эти деньги были переданы нам России не для того, чтобы потом их отдать в Россию и получать проценты с них, а для того, чтобы вот в этот переходный период, именно в прошлом году, в этом году, была максимальная возможность получить доступные кредиты. Я могу сказать, вот рядом стоит премьер-министр, он знает мое отношение к этому вопросу. В течение нескольких месяцев вот выдача кредитов бизнесу увеличится в несколько раз. Не на проценты, а в несколько раз. Хотя и так, вот, например, если в 2009 году было выделено доступных кредитов 240 миллионов, то в прошлом году было выделено около 4 миллиардов. Но в этом году эта сумма будет увеличена как минимум в два раза. Как минимум в два раза. То есть мы, слава Богу, самые трудные времена проходим все равно лучше, чем наши соседи. Посмотрите состояние с валютой у наших соседей, посмотрите другие показатели, и мы пройдем лучше эту ситуацию. Но нельзя жить в какой-то среде, и чтобы у всех было трудно, а у тебя было прекрасно. Так не бывает. Но несмотря на это, подчеркиваю еще раз, мы показываем, что наша экономика самая стабильная, несмотря ни на что. Но я считаю, не в обиду правительству, фонд киргизско-российский и, конечно, недоработал. И правительство, видимо, мало их пинало. Я считаю, что руководство фонда, конечно же, надо менять. Открыто я так говорю. Премьер-министра я уже несколько раз говорил. Надо менять, потому что эти деньги нужны были прошлой осенью. Они нужны были сейчас. И надо, чтобы до лета они заработали. Если не все полмиллиарда, хотя бы 300-400 миллионов долларов должны пойти в бизнес. Тогда мы получим сразу рывок в экономике. Финансовые трудности Кыргызстана некоторые либералы склонны связывать со вступлением страны в Евразийский экономический союз. Дескать, если бы не это, все экономические проблемы обошли бы республику стороной. Вот сейчас кричат, что если бы мы не вступили бы в Евразийс, было бы хорошо. Я вам открыто скажу, тогда бы нас просто заблокировали. Нас просто заблокировали бы. И если кто-то помнит блокаду 2010 года, то мы дали бы прекрасный повод для торговой войны. Мы сейчас никому не нужны, честно скажу. Мы приносим только дополнительную конкуренцию. Поэтому это было очень правильное решение. И надо просто этот момент пройти и не поддаваться на эти провокации. Потому что есть люди, которые хотели бы, чтобы у нас как минимум раз в 5 лет были революции, чтобы кто-то на этом зарабатывал. Потому что кто-то умирает, а кто-то на этом делал деньги. К сожалению, я это знаю прекрасно. Поэтому надо это пройти. Мы это пройдем, Богдаст, и поверьте мне, экономика наша, она, я думаю, уже до конца года наберет прежние темпы. Как минимум 5% роста у нас в этом будет году. Весна – это не только пора любви, но и повод для разговоров о возможных митингах. Причем такие слухи гуляют каждый год, зачастую без какого-либо основания. Везде мамлекет кевшу. Оппозициясы, пропозициясы биригип туруп иштегени жакшы да. Албетте кээ бир адамдар бар, кемчиликтер да көп. Аны да мен туура көрөм, кемчиликти ачыш керек. Бирок сөзсүз чогулуп туруп коңторуш кылам дегендер, алар оппозиция эмес, алар эл бузарлар. Алар чындыгында элдин душмандары. Ою бир эле да. Бир бала болуп кетсин, мен чөнтөгүмдү толтурайын деген ойлор да. Кыйкыргандардын карагыла аркасында эмне бар? Аркасында жекан бар же жалаң уурлук бар да. Ачык айтат. Же кузгун кукуштор канга тойбогон, же уурлар да. Ошондуктан
Мен аларды оппозиция деп айтпайм, алар эл бузарлар, бузыкулар да. Ачық айтам. Мен ойым ушундай. Последние кадровые назначения главы государства стали поводом для дискуссий. Со своего поста ушла председатель счетной палаты Эльмира Ибраимова. Новым же главой антикоррупционной службы стал Улан Исраилов. Если бы палатасын аудиторларын барынын мөнөтү ушулай да бүтүп аттыр да. Март, апрельдин башында анан Эльмира Султановна дагы мен жалгыз калбай баары бир алты айдан кететкенмин. Булар менен чоо кетейин деп эле анан... Менимче туралы чешти, жаңы бир команда келсин депчи. Андан эми билесиңер, кыргыздар дароо мындай кебир саясатчылар бөйрөктөн шыйрак чыгарып атат да. Анан жанагы эмне дедиңер, операция преемник, э? АКС боюнча мындай да, мен Улан Исраиловду жакшы берем, бул уурдабаган бала, жанымда жүргөндө. Ошондуктан АКСге окшогон жерлерге таза адамдарды койбосом болбойт, ачык айтайын. Келечекте көрөбүз, мына биз азыр күч органдарынын реформасын даярдап атабыз. Мүмкүн катуу бир реформа жасалат, анткени жыйынтыгында ушу күч органдар бизнеске тийбегендей кылсак деп атам да. Менчи Кудай буюрса, бир жыл тогуз айым калды. Ошонун ичинде күч органдар бизнести кордоп, пара албагандай кылып кетсем деп атам. Кудай буюрса, жолун таап. Исраилов боюнча бир нерсе айтам, айтып атпайбы бул участковый АКС-тин башына келди. Бул адам полковник. АКС-те 60-70 адам иштейт. Бул адам 300-400 киши иштеген РОВД-ны башкарган. Бир топ башка андан кийин андан да чоң бир МВД-нын бөлүгүн башкарган. Мен бул балага ишенем, таза иштеп берет да. Алмазбек Атамбаев уйдет со своего поста совсем скоро, через год с лишним. Оставаться на второй срок, продлевать свои полномочия он, естественно, не станет. Но всем интересно другое. Кто будет следующим главой государства? Будет ли Атамбаев готовить себе преемника? На этот вопрос президент ответил предельно четко. Собираюсь ли я готовить преемника? Конечно, я думаю, каждая партия большая, она выдвинет какого-то кандидата, в том числе... И социал-демократы, и партия там, наверное, Атамекен, Республика, Кыргызстан. Но я принципиально важным считаю то, что как президент я не должен кого-то вместо себя оставлять и фактически назначать. Надо, чтобы его избрали люди, потому что в тех странах, где назначается преемник, мы видим, что потом там... Ну, посмотрите по всему миру. Фактически там тогда не будет демократии. Там уже сразу блокируется дорога к демократии. И поэтому люди сами должны избрать будущего президента. Моя задача, я сделаю исключительно, обеспечу Бог даст, с помощью, конечно, правительства, депутатов, центра избиркома. Выборы не хуже, а еще прозрачнее, чем парламентские были. Люди должны сами избрать будущего президента. Потому что люди... должны сами уже привыкать отвечать за свои слова. Вот если вы за деньги, например, избрали депутатов, часть депутатов, ну и теперь отвечайте за этот, за часть этого парламента. Большинство, я там надеюсь, нормальные депутаты. Так и с президентом. Если вы продадите голоса свои за деньги, то потом этот президент вас эти деньги выбьет в стократном размере. Поэтому, если мы хотим жить в демократической стране, то демократия, она или есть, или ее нету. То есть люди должны сами избирать. А так нельзя, что вот люди не готовы, надо подготовить, надо преемника и так далее. Пусть лучше даже люди ошибутся. И пусть потом об этом пожалеют. Другое дело, что, конечно же, надо в Конституции внести какие-то точные изменения, которые бы гарантировали, что страна не пойдет назад к клановой системе, к семейной системе, не пойдет к коррупции. Вот это, конечно же, абсолютно однозначно. Но моя задача другая. Моя задача сделать так, чтобы прошли честные выборы, чтобы любой, кто хочет пойти на эти выборы, пошел. Пост главы государства, безусловно, ключевой в республике. Многие политики имеют президентские амбиции. И предстоящая борьба обещает быть нешуточной. Я смотрю, даже вот после выборов в парламент... Есть люди, которые говорят, вот они были нечестны, я там выиграл, проиграл, хотя вскрытие урн показало, что все это ложь. И обязательно найдутся те, которые попробуют раскачать ситуацию. К этому надо быть готовыми, но
Их время прошло, поверьте мне. У нас совсем другой народ, совсем другие люди. Алмазбек Атамбаев мечтает оставить после себя свободную страну, в которой будут прозрачные выборы и свободно мыслящие люди. Моя задача, чтобы Кыргызстан был страной свободных людей. Вот по Гегелю, был такой философ Гегель, он говорил, что задача любого индивидуума, он может сознавать или не сознавать, это стремление к свободе. Человек живет стремлением к свободе. И чем свободнее общество, тем свободнее человек. То есть, если общество не свободно, человек не может быть свободным. И при этом в свободном обществе человек тоже понимает, что его свобода не должна мешать свободе других. И моя задача, чтобы Кыргызстан стал страной свободных людей, страной свободного сильного общества, демократической страной развитой. И поверьте мне, вот это наша изюминка, она притягивает к нам уже весь мир. Вот сегодня же вы мне задали вопрос, что Traveler журнал включил в Кыргызстан в 20 стран из всего мира 20 мест, которые надо обязательно посетить, потому что мы вот этой своей изюминкой, вот этим своим стремлением к свободе, к справедливости, мы уже удивили весь мир. И вот это нам надо сохранить. Мы не должны потерять вот это, то, что было завоевано благодаря Аксыйским событиям в 2002 году, благодаря революции, украденной революции 2005 года и благодаря 7 апреля 2010 года. Это все звенья одной цепи. Аксыйские события, мартовская 2005 года, апрельская 2010 года – это все три этапа громадных пути нашего народа к свободе. И столько погибло людей, мы должны это сохранить, мы не должны это потерять. И в то же время мы не должны бояться и требовать, чтобы президент назначил преемника и так далее. Я вам говорю, вот кто-то сейчас поливает мое назначение, поверьте мне, я же через буквально полтора года уйду. Если я какие-то ошибки сделал, я буду здесь, я отвечу за это головой. Поэтому, конечно же, это просто зависть и сплетни. А на самом деле, все, что я делаю, только ради одного, то, чтобы вот эти события, которые были у нас, люди погибли в 2002 году в Аксы, 2005 год, 24 марта, я помню, вот здесь мы собирались, колонна Атамбаева, 2010 год, погибло столько наших ребят, это не должно быть напрасно. Ну а какова судьба Конституции? Будут ли ее менять в преддверии президентских выборов? Ошибки и другие недочеты в тексте основного закона Алмазбек Атамбаев назвал «минами замедленного действия». Так будут ли его менять или оставят как есть? Глава государства считает, что это дилемма. И вот почему. Конституция будет изменена только в том случае, если, во-первых, парламент увидит, что нужны эти изменения. И, во-вторых, если, конечно же, это самое главное, если поддержат люди. В то же время меня этот процесс чем пугает? Многие здесь начинают искать какие-то, что Атамбаев под себя что-то хочет переделать. Поэтому у меня, конечно, вот желание вообще этого не трогать. Но другое дело, что потом, когда, не дай бог, вот эти мины, заложенные в Конституции, взорвутся, вы же скажете, вот Атамбаев знал, почему он не сделал, опять я буду крайний. Вот сейчас, если я внесу предложение, что там же даже киргизский текст с русским не совпадает. Не говоря о том, что там есть такие проблемы, например, судьи сами решают, отдавать кого-то из судей под суд или нет. Ведь до Атамбаева ни один судья не был осужден. Всего одна была осуждена, потому что она признала, что отравила мужа. А сейчас почти каждый месяц кого-то из судей мы сажаем, потому что судьи знают, что Атамбаев говорит, нельзя с этим мириться. И пока они по-старому немножко меня боятся. Но в будущем-то как это будет? Есть такие мины, например, там есть заложены противоречия определенные и между президентом и премьер-министром. Представьте, будет у нас молодой премьер и молодой премьер-министр. Чего-то не поделят. Они могут даже войну между собой открыть, как в Африке. В Африке были такие случаи. Поэтому, конечно, для меня это абсолютно не нужно. Я хотел бы ее не трогать, чтобы люди говорили, вот был Атамбаев президент, не трогал ее. Но если потом будет беда, опять буду крайний я. Вот такая у меня сейчас дилемма стоит. И поэтому я думаю, да пусть меня лучше поливают, но если я вижу эти мины,
Я лучше еще раз попробую доступным языком объяснить депутатам, объяснить людям, что вот такие-то мины есть, их нельзя оставлять. А если, несмотря на это, парламент, люди оставят эти мины, ну тогда хотя бы у меня совесть чиста будет. Но поверьте мне, это нужно для будущего Кыргызстана, не для Атамбаева. Атамбаев не собирается ни спикером быть, ни премьер-министром, ни президентом. Дай бог, что мне спокойно вот эти год и 9 месяцев доработать, чтобы еще есть вопросы, которые я должен успеть решить. Еще я должен, кроме всего прочего, то, что намечено, какую-то карту на будущее написать, чтобы страна знала, что надо сделать в экономике, чтобы мы и дальше устойчиво, стабильно шли. Ведь когда первый раз эту карту мы представили на утверждение устойчивого развития страны, многие же тоже поливали, что зачем, при чем тут экономика и честные выборы, там судебная реформа и военная реформа. Вот такие вещи есть, которые лучше сразу заложить, потому что, чтобы человек не рождается президентом, будущий президент, он будет какое-то время учиться просто, как стать президентом, несколько лет. И ему, может быть, будет намного тяжелее, чем мне. Поэтому лучше, если какие-то будут подсказки у него, наверное, у всей страны. Поэтому давайте вместе будем решать, надо ли нам оставлять мины в этой конституции или все-таки подправить. Это нам надо решать вместе. Это, безусловно, решать обществу, против которого ни президент, ни премьер идти не намерены. Ответил Атамбаев и на вопрос, куда пойдут 30 миллионов долларов. Это безвозмездная помощь России и Кыргызстану. Все деньги будут направлены на укрепление бюджета республики, а также на строительство жилья для силовиков и борьбу с терроризмом. Канат Каниметов, Улан Сатиев, Азамат Кадыр Токтоев и Бактур Сундышамбеков, Общественный Первый канал. Весенние полевые работы в самом разгаре. Сельхозпроизводители трудятся на своих угодьях. Если в отдельных областях работа кипит уже вовсю, то в Иссык-Кульской и Нарынской они только-только начинаются, и то не во всех районах. В этом году фермеры особенно избирательно подходят к тому, какие культуры сажать, а с какими надо повременить. Прошлогодний опыт показал, что необходимо планирование. К примеру, иссык-кульцы посадили много картофеля, потом были проблемы с его реализацией. Многие фермеры до сих пор не могут сбыть прошлогодний урожай. Реализовать там можно, но вот прибыли никакой, дешево. У таласов такая же проблема, но с фасолью. В прошлом году тема этой бобовой культуры превратилась в политический вопрос. В этом году Минсельхоз дает крестьянам свои рекомендации по планированию весенне-полевых работ. Джибека Парбекова встретилась с фермерами. Учитывая то, что в этом году конец зимы и начало весны выдались весьма теплыми, к весенне-полевым работам приступили на 2 недели раньше. Опытные фермеры говорят, что сейчас самый благоприятный период. Это можно чувствовать, даже сидя здесь за рулем трактора. Машина очень легко вспахивает землю, почва размягчилась и, главное, в ней достаточно влаги. А это говорит о том, что земля полностью готова к посеву. По своему многолетнему опыту Мирбек Джусупов знает, необходимо подготовить землю, оттого и чистит ее от сорняков, прощупывает почву. Сам же пропахивает землю, говорит, такое ответственное дело, кроме себя, никому не доверяет. Сегодня я постараюсь спахать всю землю, уже завтра начнем сеять. Свои 15 гектаров земли планирую засеять пшеницей, кукурузой, как делал это в предыдущие годы. Не зря крестьяне говорят, один день целый год кормит. Оттого и в солнечную погоду всем селом в Баткенской области земледельцы вышли на поле. Механизаторы ночью спахивают почву, а днем методом ашара сеют семена различных культур. Не намерен отставать от односельчан и Абдилаким Пинназаров. Вместе с семьей он занят посевом ярового ячменя. Весна к нам пришла на месяц раньше времени. Мой отец говорит, что такое было в 1965 году. И это повторилось через много лет. И мы уже сеем зерновые колосовые культуры. Красиво зацвел Баткене абрикос. Все из-за теплой погоды, говорят крестьяне. В это время абрикос очень уязвим. Оттого как пролисоматов с раннего утра и до позднего вечера аккуратно ухаживает за своими деревьями. Если погода останется теплой еще несколько дней, то можно не бояться за урожай, говорит Саматов. Он планирует собрать около 2 тонн урожая в этом году.
Абрикос цветет хорошо, да и мы стараемся хорошо ухаживать, поливаем, удобряем. Надеюсь, в этом году получим хороший урожай. Тем временем в Аше в парниках готовы саженцы капусты. Отдельные фермеры уже приступили к ее высадке в открытый грунт. Прошлый год для этого овоща был весьма неблагоприятным. Часть урожая погубил выпавший в начале весны снег. А затем цены резко упали. В этом году фермеры надеются на хороший урожай. К тому же на подготовленных еще осенью грядках начинается посадка картофеля. А вот в Таласской области решили немного подождать с посевом. Тем более, что в прошлом году крестьяне, засеяв очень много фасоли, прогадали. Цены на так называемое белое золото резко снизились, и килограмм сельхозкультуры продавали по 25-28 сомов. Тогда как в прошлом ее можно было продать за 60 сомов, а два года назад и вовсе по 100 сомов. Поэтому в Минсельхозе решили провести планирование посевов фасоли. В прошлом году были проблемы с фасолью. В этом году мы предлагаем сеять больше сахарной свеклы. Минсельхоз давал рекомендации на 1000 гектаров, однако фермеры решили засеять 1350 гектаров. Также часть земель мы засеяли многолетней травой. В этом году относительно прошлого уменьшили площадь посевных земель для зерновых культур на 5000 гектаров. Фермеры это объясняют тем, что с каждым годом увеличивается поголовье скота. И для них необходимо садить именно многолетнюю траву. Для этого в этом году предназначено еще 17,5 тысяч гектаров. Именно столько дополнительных объемов многолетней травы понадобится для того, чтобы обеспечить кормом весь крупно- и мелкорогатый скот. В Минсельхозе уточнили, на сегодняшний день во всех регионах, кроме Иссык-Кульска, Таласской и Нарынской областей, весенние полевые работы идут полным ходом. Всего по стране планируют засеять 1 100 000 гектаров земли. И предпочтение в этом году отдается больше овощам и фруктам. На них в ЕАЭС есть большой спрос. По Чуйской области, по Чую, если в прошлом году они сели на 5000 гектаров, в этом году они планируют на 9000 гектаров. Договор Кайындыган там есть, у нас составлен договор. Сельскохозяйственные машины они обеспечены, поэтому мы в этом году планируем около 11 тысяч гектаров. С 5000 до 11 тысяч гектаров мы в этом году увеличиваем сахарную свеклу. Эксперты уверены, у сельского хозяйства Кыргызстана большие перспективы. Страны ЕАЭС заинтересованы в экологически чистых продуктах. Необходимо лишь создать условия для экспорта. В связи с вхождением ЕАЭС, я считаю, зерновые надо оставлять только для обеспечения продовольственной безопасности. Остальные земли переводить на производство овощей, фруктов, ягод. Потому что овощи и фрукты, ягоды более рентабельны, чем выращивать, допустим, пшеницу или ячмень в нашей республике. И технические культуры, кукуруза. Что касается удобрений, в правительстве уже достигнута договоренность с Узбекистаном о поставке. Удобрения доставляют прямо на склады госматрезервов. В 17 вагонах около 17 тысяч тонн селитры и карбамида. По поручению правительства мы заключили договоры с ташкентскими и ферганским заводами на поставку 140 тысяч тонн удобрений, 100 тысяч тонн аммиачной селитры и 40 тонн карбамида. И фермеры забирают удобрения прямо со складов. Их нетерпение понятно. Пора приступать к посевной. Сейчас на рынке азот продают по 18-20 сомов, а здесь на 2-3 сома дешевле. Конечно, мы благодарны правительству. Для всех регионов цена единая. Аммиачная селитра по 16 сомов 60 тыинов. Карбамид по 18 сомов 80 тыинов. Кстати, это дешевле, чем в прошлом году. Дешевле и ГСМ относительно прошлого года на 3-4 сома. В Минсельхозе заявили, что на весенние полевые работы необходимо 40,5 тысяч тонн горючего. И запасов достаточно. Предполагалось, что могут возникнуть проблемы с поливной водой в связи с теплой зимой и малым количеством осадков. Однако в ведомстве уверяют, и воды тоже достаточно. Во всех водоемах мы в этом году собрали воду больше, чем в
прошлый год, это составляет около больше 310 миллионов кубов. Этого хватит? Ну, на сегодняшний день хватит, мы будем расходовать эту воду экономно. К тому же фермерам начали выдавать кредиты по новым, более облегченным условиям. Увеличены суммы кредитов и отсрочены сроки выплат. Эта мера увеличит урожайность сельхозугодий и число скота, уверены в Кабмине. Если раньше льготные кредиты выдавались на 2 года, то в этом году будут выданы субсидированные кредиты на 3 года по 10% годовых с 6-месячными каникулами. На этот период секторы животноводства и растениеводства полностью освобождаются от уплаты взносов по основной сумме задолженности. Также будут выдаваться льготные кредиты по линии Российско-Кыргызского фонда развития сроком на 5 лет по 12% годовых с каникулами на 1 год. К тому же теперь сельхозпроизводители смогут получить кредиты до 100 тысяч сумм без обязательного залога. Этот пункт фермеры называют хорошей возможностью начать бизнес с нуля. По линии Айльбанка за неполный месяц мы выдали 350 миллионов сомов. Около 1000 клиентов уже по всей республике получили. На самом деле это довольно большая сумма, я считаю. Мы планируем до середина апреля выдать 1 миллиард 200 миллионов сомов. Что касается техники в лизинг, здесь тоже предусмотрено облегчение. Не нужно теперь вносить первоначальный взнос в 30%. Хватит лишь 10%. А это значит, что отныне почти каждый фермер сможет позволить себе купить нужную ему технику на самых выгодных условиях. И тех, кто берет себе технику в лизинг, день за днем все больше и больше. Среди них и Акжол Таштанов. Он признается, что за счет новой приобретенной мощной техники за несколько дней обработать 20 гектаров земли легко могут даже вдвоем с сыном. Трактор купил в кредит. Если будет огромный объем работы на поле, то это выгодно иметь трактор. С 2012 года на льготных условиях в лизинг было предоставлено 1675 единиц различной сельскохозяйственной техники на общую сумму 1 миллиард 700 миллионов сомов. И благодаря такой комплексной и системной поддержке со стороны государства отрасль сельского хозяйства развивается. Кабмин готов и хочет создать еще более облегченные условия для сельхозпроизводителей. Между тем строятся центры логистики, инфраструктура, сфера переработки, откуда напрямую идут поставки в страны ЕАЭС. А это еще раз доказывает то, что значительный ресурсный потенциал нашего сельского хозяйства очевиден. Джибек Капарбекова, Тимур Садыгалиев, Общественный первый канал. Итоги недели. Как посеешь, так и пожнешь, говорят крестьяне. Это является главным вопросом на сегодняшний день для основной части населения страны. А каких-то 2-3 года назад непременным атрибутом весны в Кыргызстане были митинги. Свежи воспоминания, когда на главной площади столицы время от времени кипели нешуточные страсти. Бывало даже так, что возле Белого дома проводили по несколько митингов одновременно. На одной стороне акция протеста с одними призывами, на другой с противоположными. У участников были различные требования – отпустить арестованного политика на свободу, назначить того или иного человека на должность или, наоборот, отправить в отставку недобросовестного, на их взгляд, чиновника и масса других требований. И все это за энную сумму денег. Помните, как обсуждали ставки за участие в акциях протеста? Если сначала говорили о каких-то мелочах, то со временем они повысились. В последнее время шутили, что и 1000 сомов не деньги, 5 как минимум. Это превратилось в некий бизнес. Для одних это стало средством зарабатывания денег, а для заказчиков – вложением инвестиций. Вообще, спонсоров подобных акций протеста можно разделить на 3 категории. Первое – граждане иностранных государств. Второе – кыргызские граждане, живущие за границей. И третье – деятели, проживающие на территории республики. И с этой точки зрения нет разницы, какое прилагательное использовать – реваншисты, бакиевцы, акаевцы, иностранцы – все они имеют цель дестабилизации ситуации. И все же для отдельных политиков весна – это время надежд. Время, когда, вооружившись красивыми лозунгами и призывами, можно в очередной раз начать агиткампанию во имя достижения, как говорят, благих намерений. Созываются различные курултаи, выставляются требования. А между тем, по мнению политологов, сегодня оппозиции в Кыргызстане практически нет. Вспомните, после прошедших в октябре выборов ни одна парламентская фракция не желала быть оппозиционной. Две партии, не вошедшие в правящую коалицию, составили формальную оппозицию.
Но оппоненты власти должны быть в любом цивилизованном государстве. Важно наличие здоровой и адекватной оппозиции, готовой предложить альтернативные пути решения той или иной проблемы. В Кыргызстане оппозиция имеет все условия для работы. Она представлена в министерствах и ведомствах, Жогорку Кенеши. Она может принимать законы, то есть имеет все реальные рычаги для управления страной. Но вопрос в другом. Насколько им удается использовать по максимуму свои возможности? Диалог между властью и оппозицией тоже должен быть цивилизованным, а не так, когда неугодных просто ликвидировали. Как говорится, нет человека – нет проблемы. Завтра, 13 марта, исполнится 6 лет после убийства Медета Садыркулова. О нем говорили как о стратеге, о сильном организаторе. Экс-руководитель администрации главы государства Садыркулов был зверски убит перед президентскими выборами в 2009 году. Тогда руководство страны показало, что в борьбе за власть пойдут на самые радикальные меры. Сегодня между гражданами страны и властью нет разрыва. Требования и недовольство населения относительно различных законопроектов и инициатив обсуждаются и с учетом мнения населения принимаются решения. Это вопросы, связанные со страхованием автомобилей, по надбавкам за высокогорье и другие. Проблемы, волнующие население, обсуждаются в Жогорку Кенеши. Парламент и правительство работают сообща. Что касается митингов, то они не запрещены законом. Выражать свои требования – конституционное право граждан. Мы живем в свободной стране. Это подтверждают исследования международных организаций. А у кыргызстанцев, по мнению политологов, растет политическая культура. И сегодня уже никого не проведешь. Люди слушают и делают выводы. Мы уже не ожидаем митингов весной, да и не хотим. Стоит отметить, что в народе тема митингов не главная. Людей интересуют другие вопросы. Страна готовится ко вторым играм кочевника. В рамках подготовки проводятся различные мероприятия. Один из них – конкурс «Культура кочевника в рисунках детей». В нем могут принять участие дети от 5 до 17 лет. Первый этап уже стартовал. Он проводится на районных уровнях. Второй начнется 20 марта. А третий этап на республиканском уровне стартует 20 апреля. Итоги планируют подвести 25 мая. По итогам конкурса на Иссык-Куле откроется выставка Ширина Санакунова о работах детей. Кыргызстан – это страна, сохранившая с древних времен свои традиции и обычаи. Отъехав буквально несколько десятков километров от Бишкека в горных ущельях, все еще можно встретить современных кочевников, которые не меняют своего образа жизни на протяжении веков. Их незамысловатый быт умещается в юрте. Современные кочевники – это пастухи. Они поднимаются в горы для того, чтобы пасти свой скот. Для летних стоянок обычно они выбирают самые красивые места – в горных долинах или ущельях, где преобладает девственная природа. А в холодное время они спускаются обратно в долину. Азамат Баилиев считает себя современным кочевником. Его дед, отец деда имели большие табуны лошадей. Предки его воспитывались в кочевой среде, так ему и привилось их настроение по жизни. Я вот здесь живу, сам вот среди гор, тоже много хожу, скотину держу. И это как-то в крови у нас, потому что родители мои были такие же, они тоже держали скот. А это помогает и физическому развитию, и материальному. Поэтому я считаю, что вот у нас в крови, у киргизов, где ближе к горам, там держать скот. Образ жизни кочевников можно встретить на исторических памятниках, на наскальных рисунках. Балбалы тоже рассказывают хронику кочевых кыргызов. Нашу страну называют музеем под открытым небом, наибольшее число экспонатов которого составляют археологические памятники. Они находятся в долинах и межгорных котловинах, ущельях и урочищах, на сыртах и альпийских лугах. Это пещеры и стоянки каменного века, погребения, поселения и каналы эпохи бронзы, курганы, наскальные рисунки. Остатки городов и поселений поры античности, могильники, городища, ирригационные сооружения, места по добыче полезных ископаемых, надписи, гумбезы и минареты. Петроглифы встречаются на стенах пещер и гротов, но сотни и тысячи изображений наносились на открытые скальные поверхности и отдельные камни, составляя огромные картинные галереи.
Наскальные рисунки датируются эпохой бронзы и до позднего средневековья. Наибольшее скопление петроглифов находится в Ферганском хребте в урочище Саймалыташ, что в переводе звучит как узорчатый камень. Место это называли и гигантской галереей, горным храмом. По приблизительным подсчетам здесь находится свыше 10 тысяч изображений. Такое гигантское скопление рисунков в одном месте придает урочищу мировое историко-культурное значение. Видите, это горные козы, а здесь люди нарисованы. Никто не знает, кто был художником этих творений, кто нарисовал нам историю наших предков. Но мы знаем точно, что нам нужно сохранить их для наших детей-потомков. В сценах с культовыми танцами имеются черты, которые напоминают обычаи, описанные античными авторами. В рисунках прослеживаются религиозные представления кочевников о божествлении животных и сил природы. Наскальные изображения этой гигантской галереи дают нам представление не только о быте, занятиях, хозяйстве племен, но рассказывают нам и духовный мир людей того времени, созданные ими идеи, мифы, легенды. Саймалыташ – это энциклопедия древнего изобразительного искусства Кыргызстана. Ценность наскальных изображений заключается не только в том, что они являются важнейшими источниками по истории и культуре древнего Кыргызстана, но и как памятники изобразительного искусства, петроглифы в конкретных образах показывают нам картины жизни далеких предков кыргызского народа. Какими же сегодня видят кочевников дети? Как они их могут изобразить? Чтобы увидеть глазами детей наших предков, в Кыргызстане проводится конкурс «Культура кочевников в рисунках детей». Он продлится до 20 мая. Конкурс проводится в рамках мероприятий, посвященных вторым всемирным играм кочевников, а также году истории и культуры. Рисовать нужно на бумаге в формате А3, поскольку они будут оформлены в паспорту, и выставка должна иметь общий эстетический вид. Работа может быть выполнена в любой технике. Например, это гротаж. Данная работа выполнена акварелью. Это нарисовано цветными карандашами, а это только цветными ручками. Мария только приступила к рисованию своей конкурсной работы. Пока только карандашный рисунок, задел, так сказать. Она хочет украсить его акварелью и цветными гелевыми ручками. Я рисую кочевников, и я хочу этим показать, что наша Кыргызская республика, она тоже, у нее есть свои красоты, свой стиль. Приезжают они для того, чтобы бараны могли есть траву, чтобы они питались. Потому что они за день, за несколько дней могут все съесть. Камиля выбрала гротаж. Это способ выполнения рисунка путем процарапывания пером или острым предметом бумаги или картона, залитых тушью. Я сейчас рисую лошадей, они свободные, и они в горах там. Я в горах много была. И там очень красиво. Я сейчас дорисовала ноги. Эта техника называется гротаж. Эта техника несложная и очень интересная. Настоящие кыргызы живут в юртах, в горах. Я хочу нарисовать горы Кыргызстана и какая красивая наша природа. Я рисую лошадей, юрту, потом вот сюда или вот сюда нарисую людей. И кочевники – это этот народ, который переезжает с места на место. Например, кыргызы, казахи. Раньше они, получается, юрту разбирали и переезжали с места на место. И так они кочевали. Каждая картина будет оформлена и подписана. Возраст участников от 5 до 17 лет. Можно присылать только по одной работе. Первый этап почти 20 дней, с 1 по 20 марта он пройдет в на районном уровне, в школах, в центрах детского творчества. Следующие этапы – это областные. Пройдут с 20 марта по 20 апреля. И с 20 апреля по 20 мая мы принимаем рисунки здесь, в республиканском центре Баладжан. По плану, графику 25-го заседания жюри, и уже будут определены длины победители. По итогам этого конкурса на побережье Иссык-Куля на месте проведения вторых игр кочевников распахнет свои двери выставка. В помощь детям сказки и легенды про предков кыргызов. Какое бы время ни наступило, какие бы технологии человек ни придумывал, ничто не сравнится с тем, что дает мать природа людям. Всемирные игры кочевников будут каждый раз напоминать кочевым народам о благодарности матери земле. Ширина Санаконова, Нуркамиль Асанов, Общественный первый канал. Итоги недели.
На этой неделе наш соотечественник Марат Исаев получил из рук президента России Владимира Путина медаль за спасение погибавших. Торжественная церемония вручения государственных наград президентам состоялась в Екатерининском зале Московского Кремля. Ордена, медали, почетные звания были присвоены 42 гражданам России и одному кыргызстанцу. В Екатерининском зале собрались самые достойные и выдающиеся. Как подчеркнул Владимир Путин, об их достижениях должна знать вся страна. Ранее Марат Исаев был удостоен награды от президента Алмазбека Атамбаева. Марат Исаев вместе с родителями был приглашен в посольство Кыргызстана в Москве. Тогда еще посол Болот Джунусов вручил Марату именные часы, которыми его наградил глава государства и передал 100 тысяч сомов в качестве поощрения за героический поступок. Напомню, 11 февраля в метро на станции Красносельская женщина, потеряв сознание, упала на рельсы. И лишь двое из десятков людей прыгнули с платформы на рельсы, чтобы спасти ее. Марат Исаев доказал на своем примере, что добрые поступки не зависят от нации и вероисповедания. Здравствуйте. Хочу поблагодарить президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Спасибо за то, что оценили наш поступок. И всему народу, всем спасибо вам. И таковы были главные события прошедших дней. Вы смотрели программу «Итоги недели». С вами была Джулдыз Джумабекова. Я желаю вам всего самого доброго и до свидания.